И более подробно о героине ЕНТ, ученице школы-лицея номер 136 Дильнас Алматкызы, которая набрала 137 баллов из 140. Это на сегодня самый высокий по области результат. Дильнас использовала обе попытки и обе успешно. На первом ЕНТ набрала 134 балла, на втором – 137. Одна из шести претенденток школы-лицея на знак Алтынбелгі уже сделала свой выбор. В будущем она хочет стать учителем. Конечно, было небольшое волнение, но нас упорно готовили, поэтому день ото дня крепла уверенность в себе. Я люблю литературу, но в 11 классе решила стать учителем физики. Ей все предметы даются легко, она не устает учиться, получает от этого удовольствие. Я предлагаю Дильнас, которая выбрала профессию учителя, после окончания учебы вернуть в родную школу. Мы будем очень рады. В ней есть педагогический талант, всегда помогает своим одноклассникам.